я, мой спаситель сегодня. Хочу сказать огромное спасибо и, соответственно, руководству, и, ну, кто держит этот автосалон, огромное спасибо. И, ребята, если с электрикой, только в официальном, только ставьте к официалу. Это гарантия, что все будет нормально. А вот иначе вот, вот так вот. То есть, если бы у меня не было ключика на 10, машина бы сгорела. Приезжайте к нам. Мы, ребят, приехали в салон Lexus. У нас продолжается поездка. Да, рыбка там плавает. Рыбка там плавает. Ну, давай посмотрим, что за рыбка. Рыбка красивая. Угу. Вот не такая там с оранжевым красивее. Да, да? Вот такая какая-то... И вот на печка вот еще. Серебристая рыбка. Да. Lexus. Заказали мы Маришке, получается, этот, как он называется? Сэндвич. Сэндвич, Славику, маффин шоколадный с мороженым, да? Угу. Тут у них все есть. Я люблю мороженое. Ты любишь мороженое. Ты вообще сластёна, да? Да. А я заказал себе чай из ягод, фруктовый. Ну, такой вот насыпной, хороший. Машины поменяют, получается, сзади дворник сделают. Дворник закис от нашей соли вот этого тому подобное. И что еще там сказали сделают? И лампочку поменяют. И... Привет, привет. Настя уже с ребятами встретилась. Настя поехала отдыхать на набережную, да. У них там что-то сегодня какие-то это посиделки. Она даже... Она взяла этот плед-то? Да. Ты зарядку, что ли, делаешь? Угу. Мы с тобой с утра так делаем. А он сегодня пропустил с утра-то. Ну вот, ребят, на футболочку у него вот эту купили. Ну-ка, встань, покажи вас футболочку, которую мы тебе купили. Сейчас он, ребят, покажет вам футболочку, как она на него смотрится. Вон туда, встань, между мамой. Вот, повернись. Вот, видите, попу как закрывает. Классная футболочка. Ну все, танцор. Решили мы отдать его в танцевальное. Кузика, арбузика. Пинаемся уже во всем. Санька будет. Санька, Сан Саныч. Славику маффин принесли с мороженкой по чуть-чуть. Сок. Ну, сок классненький, да? Попробуй. Подожди. Спасибо. Можно согреть, если сильно холодно. Нормально? Нормально. Спасибо. Вкусненькое слово. А, это он любитель. Мороженое, конечно, он любит. Стакан холодный просто, да, он нормально. Ага. Ну, прикольный такой маффин. Вкусно? Да. Вкусно? Угу. Маринелата. Ребята, не пишите то, что там это, что кофе вредно. Она латте пьет, в латте кофеина вообще мало. Да, но без... больше. Да. Она просто без латте вообще жить не может. Ну, в день хотя бы я кофе с молоком выпиваю. О, мне принесли чай фруктовый. Сейчас покажу, как это дело выглядит. Ну, достанем салфетку. О, классненький. Салфетка, 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 салфетка. Кроме мороженого, мы едим еще пепси. Я знаю, пока-пока я ем мороженое, да. Мороженое не растаяло. Надо кексик мороженкой заедать, понял? Угу. А не просто мороженого одного. Маришке принесли любимое блюдо, и никакие тортики не надо, главное, чтобы было мясо. А лучшее мясо для нее – это колбаса, ребята. Что там всякие эти внутри, эти получается. Огурчик, помидорчик. Все, что Маришка любит больше всего. Да расслабься ты, что? Что ноги-то свела? Я не могу понять, что ты без штанов, что ли, сидишь? Да. Там птички поют, да? Вот, я окошко приоткрыл для Славы. Если хочешь, можешь для себя приоткрыть. В кресло, ребята, не полез, потому что там с остеохондрозом нельзя. Поэтому я не полез. Да, и беременна тоже. Угу. Ну все, все балдеют. Так дело это выглядит. Кресло. Ребят, всем привет! 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 Видите, какой парень крутой сзади сидит. Значит,
Конечно, я хочу это видео начать с большой такой, знаете, благодарностью компании Lexus Перми, то есть директорам, всем сервисникам и, в принципе, кто это сервис держит, да, как бы и автосалоны. Действительно, благодаря ребятам я сейчас сплю спокойно. Марина знает, какой я дотошный человек. То есть, в плане моей дотошности, то есть, если бы у меня было хоть доля сомнения, что там где-то оплавилась проводка центральная, да, оплавилась, то я бы, наверное, с ума сошел бы, эту машину пришлось продавать, я не знаю, там проводку перекидывать там, либо же, скорее всего, да, наверное, проводку всю перекидали бы, просто я очень дотошный человек, это вот, даже не представляете, царапины, вот это все для меня, это просто прям, ну, не могу я, в общем. Маринка, она вообще как к этому легко относится, она говорит, это естественный износ там, а я не могу, мне надо устранить, убрать, ну, то есть, я такой, знаете, как педантичный, да, человек, как бы, как правильно сказать. Ну, Саша, получается, это уже второй день мы провели в Лексусе. Саша первый день был с 11 утра, получается, и приехал он домой в 10 вечера. То есть практически целый день он провел в Лексусе, когда перебирали проводку. Проводку посмотрели как саму внутренность машины, да, получается, так и проводку от сигнализации. Да, отдельно хочу сказать огромное спасибо Илье. Вот сейчас после Марины я расскажу. И вот сегодня мы доделывали, так сказать, ну, доремонтировали. Сегодня мы не то чтобы доделали, сегодня мы сделали просто задний дворик, он немножко закис, и лампочка перегорела, поменяли лампочку. То есть. Мы потратили сегодня 3 часа, 3,5 где-то. Да, да, они полностью разобрали, то есть я мог попасть тоже на деньги, получается, на целый, получается, двигатель, вот этот задний моторчик в Лексусе ребята разобрали. Все это как бы обратно собрали, смазали, и все, сейчас работает задний дворник. То есть вот покажи, Маришка. Чик-чик, как новенький. А он закисал, как бы, и затормаживался. Значит, молодой человек Илья, огромное спасибо. Очень ответственный. Все рассказывает, все показывает. Доброжелательный, очень доброжелательный человек. В глазах честность, сразу же говорю, общаешься, приятно общаться. Человек, когда вот врет или пытается лукавить, сразу видно. Нет, парень говорит по-честному, поэтому, Илья, тебе огромное спасибо. Первый же день он практически лично там присутствовал, стоял тоже так вот, просил вот именно, чтобы именно внимательно проводку всю посмотрели, электрики. Электрик тоже классный парень, спасибо тебе, лайк, как говорится. Все посмотрел, то есть отсюда вот от торпеды получается, и все до стартера, и все вот там, все, что касается двигателя, он все это проводку перетрес. И сказал, как бы даже в заключение. Проверил все, что мог, куда залезть, но было бы лучше, если бы в глазах был рентген. А-а. Что я сказал? А-а. Ну, все, дальше. А-а. Вот, поэтому я могу сейчас спать спокойно, когда мне дали официальное заключение, то есть в Lexus, они же понимают, что это ответственность, поэтому они бы такую бумажку просто даже не написали бы. То есть все нормально, все проверили, все хорошо. Сгорела проводка именно, которая шла от замка зажигания, от сигнализации, именно вот от сигнализации, то, что она была подключена неправильно. Сгорела вся, получается, вот эта проводка. Что? Почему мы стоим? Нет, почему мы стоим? Ага. Значит, я встречался непосредственно после этого, когда мы узнали, что виной не автомойка, а это стечение такое обстоятельства, виноват, получается, тот, кто устанавливал, да, когда нам официально Lexus дал это заключение. Непосредственно с хозяином этой автомойки я переговорил, расписку ему вечером отдал, расстались мы с ним на хорошей ноте такой, как бы все по-человечески. Хочу ему сказать тоже огромное спасибо, адекватный парень. Ну и, соответственно, сейчас мы будем дружить, теперь я знаю этого парнишку и знаю, что у него на мойке моют хорошо, будем ездить к нему. Вот. Приехали, я встретился с Петром. Петр — это как раз хозяин вот этого магазина, который по сигнализациям. То есть переговорил с ним, с человеком, который устанавливал. Конечно, я этому человеку, который устанавливал, высказал все, что думаю. Объяснил, что если бы не ключик на 10, который лежал у меня в машине, и, ну, вот так вот не по дороге где-то случилось. Причем этот ключик на 10 мы в этот же день, ребята, купили, да, с течением обстоятельств. Ну, да, когда меняли аккумулятор. Вот. Если бы вовремя не открутили бы аккумулятор, то машина бы просто могла сгореть, а вместе с ней автомойка сгореть. То есть там могло быть очень много вообще как бы нежелательных последствий, которые бы привели как бы таким, ну, достаточно тяжелым бы последствиям, да. Ну, я ему, конечно, все это высказал. Я говорю, как можно было смотать.
да. Правильно вот Слава говорит. Просто я вам говорю, вот тут представь, говорю, ты поставил предохранитель, который даже ну, не соответствует, то есть вот, заявленному, в плане того, что предохранитель через себя пропускал гораздо больше тока, то есть и он не срабатывал при нагреве даже проводки. Представляете, какой он предохранитель туда поставил? То есть, понятно, плюс у него смотка была там все на стяжках каких-то, не пропаяно, то есть, понятно, все это терпело-терпело, и в итоге, как бы, это дело накрылось. И вот такое стечение обстоятельств. Поэтому, ну, Петр сказал, что полностью эту сигнализацию... Я сказала, что весь город загорелся. Да, да, да. Ну, это ты уже, конечно, преувеличил, ты игры переиграл, Слава. Петр сказал, что сигнализацию точно такую же, вот, точно прям такую же, вот за такие же деньги он поставит, и поставит ее в официальном, получается, центре вот это вот Пандоры, вот эта сигнализация. То есть там ее поставят, и гарантию дают они вроде как 3 года на свои работы и тому подобное. То есть, ну, я буду присутствовать в этот раз, ребят, я буду присутствовать, стоять рядышком и смотреть, что делают, как делают, и вот буду прям вот как этот рентген, блин, смотреть, что там делают. Вот. Поэтому, в принципе, ситуация, я считаю, что, ну, история закончена, да, поэтому, то есть... То есть нам ее установят через 2 недели? Он сейчас уехал отдыхать, Гарантом выступил наш общий друг, то есть, который тоже держит бизнес, у них рядом стоят магазины, и гарантом выступил как раз Слава, который продал мне машину. Слава, привет, я знаю, что ты нас смотришь. Блин, так качается, да, ребят, машина? Да, у нас дороги такие. Дороги ремонтируют. Ремонтируют, да. Надо было записать видео просто, хотелось... От души сказать огромное спасибо всем тем ребятам, которые участвовали, помогали, которые отнеслись адекватно, всем, даже если... Всем подписки, всем привет. Даже отнеслись адекватно тогда, когда я, может быть, немножко был не сдержан. Хотя я, ребят, максимально был сдержан, да, в этой ситуации. То есть я вообще как бы нет, все равно не ругался, это ситуация, как бы переживали. Мы переживали, да. Деньги немалые. Но самое главное, что все как бы. Даже не в деньгах, ребята, по сути, это как бы не в деньгах переживания были. У меня переживания были в том, что мы на этой машине ездим, и я, бывает, в этой машине сплю. То есть Марина куда-то идет. По каким-то делам, в парикмахерскую, еще куда-нибудь. Я просто ложусь спать, правильно, Марина? Ну, кемарит. Да. Зимой это с заведенным двигателем, летом это с открытыми форточками, но факт остается фактом. Вот просто вдумайтесь, ребята, к чему это может привести. Могло привести вот такое вот халатное отношение парня, который устанавливал сигнализацию. Причем к этому парню я стольких знакомых своих возил. Отправлял, да. Да. Я сейчас думаю, блин, а как же этот парень им делал? Вот это профессиональное как бы и так сойдет, вот у него у парня так и сошло. Понятно, что с него, вот получается, хозяин этого магазина, он с этого парня, потому что парень у него работает, он с него все равно вычтет как-то это, потому что это их не общие затраты. Потому что там сумма выйдет около 100 тысяч со всеми работами и сигнализацией. И как они будут это, получается, ну, это, не считайте, знаю, это... демонтаж старой сигнализации, большие установка деньги. Новой и сама сигнализация. В Лексусе 27 тысяч попросили за поставить без демонтажа, демонтаж 8 тысяч. Вот. Но, как бы, официалы, они тоже, в принципе, не так уж меньше сумма у них, 18 что-то с копейками, там, 19, условно. То есть это потому что спутниковая сигнализация. Поэтому вот такая, ребят, ситуация, что, слава богу, с Божьей помощью, действительно, вот такое, как мне вот парень этот сказал, хозяин автомойки, он тоже человек верующий, он говорит, ну вот икона и с Божьей помощью помогла, то есть, как бы, вот так вот все получилось, что, ну, стечение такое обстоятельств, что это был ключик именно на 10 рядышком, автомойка, то есть, все, как бы, что могли, все тут рядом были, и, как бы, ну, все решилось с Божьей помощью. Так что, ребят, будьте аккуратнее. Илья, еще раз тебе огромное спасибо. Вот, блин, побольше вот таких бы ребят, которые вот работают в сервисах и тому подобное, общаются с людьми непосредственно. Это вот касается вот ускачки, да, вот как у нас прошло. Вот. Именно вот таких, как вот Илья. Потом у нас еще такой же хороший менеджер, очень-очень хороший, попался в магазине спортивной, да, одежды. Ой, не спортивной, а военной, да, одежды, где американские вот эти все штаны, это что я брал. Тоже вот. Их очень мало. Но такие менеджеры есть. Из-за таких менеджеров надо держаться, чтобы компании держались просто. Потому что, ну, действительно тяжело найти людей. Ну и в Lexus, ребят, видели вот видео, да, предварительно. Классно все, конечно, там кайфово. Все для клиента. Вот. Если бы мне можно было массаж делать, конечно, в кресле посидел. Но с моим остеохондрозом это запрещено. Ребят, по скрипту, да, можем вот так сказать. Значит,
все, что касается масла поменять, такое можно делать в своих знакомых в сервисах. Вопросов нет. Колодки тормозные, еще что-то. Но все, что касается сложных работ, таких как, допустим, там поменять там где-то сайлентблок, там еще что-то такое серьезное там. Да, Слава. А самое главное, электроника, не экономьте. Никогда. Делайте в официальных сервисных центрах, да, вот именно где могут дать гарантию, именно в официалах, где вы можете увидеть, как все сделать правильно, и знаешь, с кого спросить. Либо в очень проверенных, специализированных центрах, где занимаются электроникой, да, там электрикой, там автомобилей и тому подобное, сигнализацией. Но ни в коем случае не в гаражных каких-то там местах. Потому что мой случай для вас должен стать примером, ребята, что можно попасть просто на огромные деньги, еще не дай бог, распрощаться с жизнью. Так что, вот теперь точно пока.